И нет условия, шейх сказал, чтобы рук я читал с тем, кто является ученым.

суру Фатиху пророк Саусам назвал рухьей. ей. Тогда тот говорит, о шейх, мы, говорит, читали на него. علي, и он каким был, в каком состоянии был, в таком и остался, то есть больным. قال, علي, يبرا, и шейх сказал, все равно продолжайте, и он выздоровеет за зазволение Аллаха. Эти ученые, эти имамы, ارادوا ان يعلقوا الخلق بالخالق سبحانه وتعالى Они, بارك لوفيكم, لم يصنعوا كما يصنع بعض الناس يتفرغ للرقيه يجعل المكان ويبيع الزيت والعسل начинает заниматься, то есть берет себе специальность, специальность, специальность чтец на людей во время болезни, то есть начинает продавать мед для этого и тому подобное лекарства. Ничего подобного праведные предшественники не делают. مريض, مريض, مثلا, Я, допустим, если посетил какого-то больного, увидел, что он болен, мне надо просто почитать на него и الناس, السلف, что того, что некоторые люди себе берут как вид профессии чтение на людей больных рук и так далее ничего подобного не пришло ни от пророка ни праведных предшественников